Недавно в видео с макияжем корейской косметикой я вам слегка намекнула, что будет отдельное видео об уходе, и вот этот день настал, сегодня с вами мы как раз об этом и поговорим. Самое главное, о чем я сегодня хочу поговорить, это о креме, и не просто каком-то креме, потому что производитель заявляет, что это ботокс в бутылочке. Поэтому как только я увидела это утверждение, мне, естественно, нужно было это попробовать и протестировать на себе. А также у меня есть здесь несколько средств, которые не настолько громкие в своих заявлениях, но тем не менее мне тоже хочется о них поговорить, потому что они очень хорошо дополняют остальной мой уход. Это видео будет не о полноценном уходе, а о полноценном уходе я уже делала видео, я вам его оставлю под буквочкой I и в описании, если не забуду. Но сегодня в основном сосредоточимся именно на креме, который нам обещает лицо без морщин, как после ботокса. Но перед тем, как мы с вами приступим, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще не подписаны, или если вы здесь впервые, нажимайте на колокольчик, чтобы YouTube сразу вас оповещал, как только выйдет мое новое видео, и давайте приступать. Итак, этот чудесный крем, о котором мы сегодня с вами будем говорить, от компании Diapros. Это крем со змеиным ядом. И если сейчас кто-то испугался, змеиного яда на самом деле здесь нет. Это искусственно синтезированный пептид, который по своему действию напоминает то, как действует яд змеи. То есть, по сути, действие, которое напоминает ботокс, когда вы вкалываете ботокс, у вас парализуется мышца, из-за этого кожа выглядит абсолютно без морщин. А здесь же такого прям эффекта не будет, естественно, это не то, что ты намазал и сразу все так разгладилось, потому что этот крем спарализовал вашу мышцу. Нет, здесь эффект именно накопительный. И перед тем, как я буду рассказывать вам о том, заметила ли я такой эффект или нет, давайте я вам просто расскажу об общих впечатлениях от этого крема после того, как я им попользовалась. А пользуюсь я им достаточно долго, то есть у меня уже такие четкие представления о том, что этот крем делает, кому он лучше всего подойдет. Итак, когда я его заказывала, кожа у меня была реально сухой, вот прям сухой, не обезвоженной, не путайте, это два понятия абсолютно разных, потому что идеальный баланс кожи — это вода и жир. Когда падает вода, кожа становится обезвоженной, мы пьем водичку, подключаем какие-то увлажняющие кремы, и все как бы хорошо, но когда падает жир, кожа становится именно сухой, и здесь уже нужно восполнять этот жир чем-то очень питательным. Можно также подключать какие-то жирные продукты, которые хорошо работают для этого. Я, к сожалению, их не могу подключать. И не потому, что я там супер слежу за фигурой и ем все обезжиренное. Нет, мне жирную пищу вообще в принципе есть нельзя. Мне от нее плохо, поэтому из-за того, что я не ем жирную пищу, у меня все начинает очень сильно высушиваться. Кожа, ногти, волосы, все абсолютно становится сухим, и я это реально прям по себе вижу. И когда я выбирала этот крем, меня еще предупреждали: вы уверены, что вы хотите этот крем на лето? Потому что он очень такой питательный, жирненький. И я говорю: да, да, мне именно это и надо, потому что вот я устала от этого ощущения постоянной сухости, стянутости кожи и всех вот этих прелестей, которые идут рука об руку именно с сухой кожей. Как только я начала пользоваться этим кремом, я могу твердо сказать, что у меня кожа даже изменила свой тип. Сейчас я не могу сказать, что у меня кожа сухая. У меня кожа скорее превратилась в комбинированную. По периметру лица она стала нормальной, а в Т-зоне я даже могу сказать, что она стала немножко более жирной, потому что у меня Т-зона начала больше лосниться на протяжении дня. Еще, конечно, добавляется эффект от того, что за окном сейчас лето, но все равно вот эти ощущения, что летом, что зимой, ты никуда не денешься, если у тебя реально сухая кожа, и обладательница сухой кожи сейчас, я думаю, со мной согласятся. Так вот, в плане сухости кожи это феноменальное действие. Вот действительно, я не побоюсь этого слова, очень-очень классно питает кожу. Ощущения такие, как после косметолога, который делает какие-то классные там питательные процедуры. Кожа именно напитанная и приятная. Что касается эффекта ботокса, вы знаете, я боюсь тут что-то говорить, потому что я перед камерой практически каждый день, вы меня видите постоянно, себя в зеркало я вообще каждый день вижу, поэтому мне трудно судить
реально ли он работает как ботокс или нет, но я всегда в таких видео говорю, что вы можете посмотреть мои старые видео, можете посмотреть на меня сейчас и сделать выводы по поводу того, лучше стало, хуже стало или вообще ничего не поменялось, то есть вы, в принципе, сами можете делать выводы, даже независимо от того, что я вам сейчас рассказываю. Но если вставить свои 5 копеек, и я вполне осознаю, что это может быть эффект плацебо, но мне кажется, что он работает. Вот не знаю, мне почему-то кажется, что он работает. Может быть, конечно, не так, чтобы прям, знаете, за неделю увидеть разницу, но по чуть-чуть мне кажется, что он работает, особенно в зоне лба. Мне кажется, что лоб у меня вот действительно изменился. Если раньше у меня была такая серьезная гармошка, и вот здесь у меня была такая серьезная морщина, как ее хмурка называют, по-моему, то сейчас лоб, в принципе, вообще практически гладкий, то есть мелкие-мелкие какие-то морщинки я вижу, но все равно он достаточно гладкий. И что подтверждает мою теорию, это то, что я начала получать достаточно много комментариев с вопросами, не сделала ли я ботокс. Но ботокс я не делала, как видите, у меня все эти морщины как бы могут быть, могут появляться. И вот эта вот морщина, если я хмурю лоб, и вот эта гармошка у меня появляется, да, если я начинаю как-то жестикулировать лицом. И сейчас у меня завалится, естественно, тональная основа, и до конца видео я буду с гармошкой сидеть. Короче, смысл в том, что ботокс я не делала, но мне кажется, что вот действительно крем этот работает. По носогубке особых изменений нет, медленно, но уверенно, мне кажется, чуть-чуть становится лучше, но здесь прям, чтобы я увидела какую-то феноменальную разницу, то нет, я этого сказать не могу, но лбом я очень довольна. Если у вас есть схожая проблема, и это не такие морщины, которые уже, знаете, закрепившиеся, которые вот реально уже только ботоксом можно исправить, то как вариант можно попробовать. Тем более, знаете, что меня очень впечатлило вообще в целом в марке Диапрос, это объемы и цена. Потому что здесь объем 100 мл, то есть по факту это как два типичных крема. Абсолютный стандарт практически во всех марках, это 15 мл для крема для зоны под глазами и 50 мл для крема для лица. Здесь же 100 мл и стоит это 560 гривен, это приблизительно где-то $20, то есть по факту, если разделить его на 2, то это $10 за полноценную баночку крема. Это очень дешево. Это просто невероятно дешево для крема с содержанием пептидов. Вот реально, вот если посмотреть на рынок, все кремы, которые уже более сложные, с содержанием пептидов, каких-то сложных химических элементов, они все стоят дорого. Я не знаю, как это корейцы делают и как они умудряются еще на этом зарабатывать деньги, но факт остается фактом. В корейском уходе реально можно за небольшие деньги получить гораздо более действующий уход, чем в европейских марках. И тоже, когда я подбирала себе уход, я читала отзывы на разных сайтах, и очень много отзывов я видела, что этот крем покупают на двоих, то есть на двоих с подругой, на двоих с мамой, на двоих с коллегой, потому что, ну, реально, его можно разделить на две части и попользоваться полноценно, не то, что вы там получите по 10 мл каждый, а вот по полноценной банке 50 мл можно получить, этого хватит на достаточно долгое время. В заключение могу сказать, что этот крем идеально подойдет для тех, у кого сухая кожа, и для тех, у кого есть мимические морщины, но еще не глубокие, не закрепившиеся, и если вы подумываете о том, что, может быть, пора делать ботокс, может быть, сначала стоит начать с чего-то вот такого в домашних условиях. Ботокс всегда можно успеть сделать, и вообще все эти косметологические процедуры всегда можно успеть сделать. Но перед тем, как начать вот этот путь постоянного посещения косметолога за очередной процедурой, может быть, стоит попробовать что-то такое. Как я и сказала, помимо этого крема у меня есть еще несколько средств, о которых я хочу поговорить. Я попробовала тоже линейку с зеленым чаем от Диапрос. И вообще, если посмотреть, у этой линейки нет каких-то сумасшедших заявлений. Как мне кажется, зеленый чай идеально подходит для тех, кто любит более какие-то агрессивные средства использовать в своем уходе, например, кислоты, пилинги, вот что-то такое, и чтобы успокаивать кожу, не перегружать ее и просто вот базово увлажнять и успокаивать, то зеленый чай, мне кажется, подходит хорошо, потому что здесь нет ничего такого, что, знаете, будет разглаживать вам морщины или как-то, я не знаю, чистит лицо от каких-то высыпаний. Это очень базовая линейка, которая обещает только две вещи, это увлажнение и антистресс.
стресс. Помимо крема с ядом змеи, я ежедневно пользуюсь тоником от Diapros и кремом под глаза. Что касается тоника, вы видите, что в принципе я достаточно много уже его использовала. Тоник очень приятный. Опять-таки, после умывания, если есть чувство стянутости, он, кстати, не водянистый, он вот средства с муцином улитки часто такие бывают, то есть он, нельзя сказать, что прям жиденький, как водичка, он такой немножко более тягучий. Но, тем не менее, как только умываешься, я его наливаю вот так немножко в ладошку, потом распределяю и похлопывающими движениями наношу на лицо. И вот так вот моментально, если было чувство стянутости, оно сразу пропадает. Объем у этого тоника тоже не маленький, 150 мл. И стоимость, опять-таки, более чем приемлемая. Это 340 гривен, где-то приблизительно $13. А что касается крема под глаза, для меня это хороший тоже питательный крем. Здесь в составе стабилизированные витамины А и Е, гиалуроновая кислота, аминокислоты, то есть то, что в принципе питает нашу кожу. С этим кремом я не могу сказать, что кожа под глазами у меня как-то преобразилась, там морщины разгладились или что-то такое. Нет, ничего такого сверхъестественного, просто это хорошее питание и увлажнение, которое работает на протяжении всего дня. То есть с утра я нанесла, до вечера у меня все отлично, нет никакой ни сухости, ничего. На ночь нанесла тоже, до утра все прекрасно. С кремом под глаза опять та же история, здесь не 15 мл, здесь 30 мл, то есть по факту вы опять-таки можете покупать это средство на двоих. Всего 340 гривен за объем 30 мл. Я вообще не понимаю, как это работает. Помимо этого всего, ежедневно я пользуюсь пенкой для очищения лица. Очень приятная пенка, вот ничего лишнего не могу по поводу нее сказать. Я ее использую вместе с Forel Luna, и отлично она очищает кожу, очень у нее приятный свежий запах, вот действительно абсолютно нет в ней ничего такого, чтобы меня раздражало или чего бы мне в ней не хватало. Очень приятная пенка для очищения лица. Нельзя сказать, что ради нее нужно там оформлять заказ где-нибудь в интернет-магазине. Нет, но если вам нужна хорошая, базовая, приятно пахнущая и хорошо очищающую кожу лица пенка, вы вполне можете заказать эту. И опять-таки цена здесь 170 граммов по цене 250 гривен. И последнее, о чем я сегодня хочу вам рассказать, это о пилинге. Это пилинг-скатка, тоже с зеленым чаем. И опять-таки посмотрите, какой здесь объем. Вообще, до этого все пилинги, которые у меня были, они шли в гораздо меньшей упаковке, я не знаю, ну, может быть, вот такой вот тюбик вам дадут, а здесь, опять-таки, 170 грамм этого пилинга, я не знаю, я, наверное, буду им пользоваться еще, ну, пару лет так точно. Срок годности, я смотрю, у него выходит в 2021 году, ну, может, вот до 2021 года я его и допользую. Принцип действия у него довольно обычный для такого пилинга. Когда его начинаешь массировать по коже, образуются такие катышки, которые как раз-таки очень хорошо скрабируют кожу. При этом он не агрессивный, ни разу у меня не было никаких ни царапин, ни повреждений от него. А такое, кстати, может быть. Если вы думаете, что такого не бывает, реально бывает. У меня были такие пилинги, после которого прям реально царапины и раны были на лице, которые заживали как полноценные раны, там с корочками, со всеми делами. А здесь он не настолько агрессивный, но в принципе мне его хватает для того, чтобы раз там, не знаю, в недели полторы-две попользоваться им и снять все омертвевшие клетки с лица. Вполне он меня в этом плане устраивает, а его объем я уже говорила. Я не представляю, как вообще можно такой объем добить за какое-то короткое время. Ну что ж, у меня на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, конечно же, ставьте палец вверх. Если вы чем-то из перечисленного пользовались, обязательно пишите об этом в комментариях, делайте свои какие-то обзоры, чтобы те, кто смотрит это видео, могли делать свои выводы не только на основе моего мнения, но также и на основе вашего мнения. Поэтому обязательно, если вы чем-то из этого пользовались, пишите ваши впечатления от этих средств. И также не забывайте указывать, какой у вас тип кожи. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав вот сюда вот на круглую иконку. И можете посмотреть другие мои видео, которые вам сейчас предлагает YouTube. Если вы их вдруг уже смотрели, то мы с вами увидимся в новом моем видео через несколько дней.